Шалом, с вами Икато, и сегодня мы сыграем в FIFA 05 за две, возможно, лучшие команды в истории английского футбола. Это, конечно же, мерсисайдский Ливерпуль и манчестерский Юнайтед. Джон Уотсон и Али МакКойст – наши комментаторы. Итак, сегодня на поле. Есть же Дуда, Каррагер, Луи Гарсия, Джерард, Хаби Алонсо, Сисе, Невилл, Фердинанд, Оши, Роналдо, Кин, Сколс, Гиггс, Ван Нислерой и, конечно же, Уэйн Руни. И, безусловно, сегодня на тренерской скамейке у МЮ сэр Алекс Фергюсон. Ливерпуль начинает. Барыш сам с мячом. Луи Гарсия на Сисе. Выход 1-2, но, безусловно, отличнейший подкат от нашего Заща. Сам на Барыша. Барыш обходит защитника, бьет и открывает счет. В этом противостоянии мерсисайдцы первыми открывают счет. Боже мой, какие лица. Какой же красивый гол. Убирает защитника точным пристрельным ударом. Выводит красных вперед. Ну, как бы они и те, эти красные, просто эти на поле сегодня красные. МЮ атакует. Атакует по левому флангу. Пас в штрафную. Ван Нистелрой бьет. Мяч попадает немного левее штанги ворот. МЮ в атаке. Хотя, конечно, атака назвать это немного сложно. Сколс по флангу. Пас на Ван Нистелрой. Удар прямо в руки Ежи. Хаби Алонсо с мячом. Пас на Барыша. Но там был офсайд. Нет. Он бьет. Добивание. Йон и Криштиану Роналду будет подавать этот угловой. Заброс в центр штрафной. Удар Руни проходит в миллиметрах от штанги. Но это фол. Райан Гиггс фолит. Джерард. Будет давать пас на Сисе. Но пас не проходит. Сколс. Ван Нислерой. Пас на Руни. И тот сравнивает счет. Неплохая передача от Ван Нислерой и Ежи Дудок. Уже не в силах отразить этот мяч. 1-1. Ничейный счет на табло. По флангу на Руни. Руни успевает забрать мяч, но мы убираем. Сисе выходит 1-1. И вновь выводит Ливерпуль вперед. На Сисе. Сисе хоть чуть ли не фолит, но защит вратарь. Вратарь грамотно играет на ленточке. Сколс. Делает пристрельную подачу. Заброс. И он бьет прямо в руки голкипера. Чуть-чуть не получается. Пас на Сисе. Пас на Барыша. Обходит Заща. И выходит на ударную атаку и забивает третий мяч своей команды. И оформляет дубль. Неплохой танец. Передача на фланг. И все же Руни за мячом. Передача на Ван Нислерой, и удар проходит, но Дудок на месте. Барыш на Сисе. Сисе обходит защитника. Бьет издалека и забивает четвертый мяч мерсисайдцев. Они оформляют дубль на пару с Барышем. 4-1. Сэр Алекс сегодня явно не в лучшей форме и точно не в лучшем настроении. Неплохой финт, конечно. По флангу, но там прямо в руки Дудока. Пас Барышу, выходящим 1-1. Обыгрывает защитника. Подача голова. Воу! Дудок, ты сегодня наш герой. И Сисе бежит в очередную атаку. Грамотно смещается. Обходит второго защитника. Но голкипера он так и не переигрывает. Боже мой. Сисе на Барыша обратно. Тот будет бить. И бьет прямо в голкипера. Добивание не получается. Игра на правом фланге нет МЮ. Будет навес в штрафную. И Ван Нислерой бьет неплохо, но наш кипер в очередной раз спасает всю команду. Пас на Сисе 1-1, и он бьет прямо рядом со штангой. Нельзя. На Сисе. Тот бьет издалека, и мяч проходит совсем немного над перекладиной. Длинный пас на Нислерой. Что мы делаем? Это
Чуть или нет? 1-1 по ужасно опасным атакам. Нислерой нас тоже прощает. Обходит защитника. Бьет издалека, но удар достаточно слабый. И будет ли добивание? Или нет, он снова отбирает. Пас на Сесе. Удар издалека. Но удар не получается. Эмью как-то ошибается много. Тем не менее, вот такая опасная атака. И она чуть не заканчивается голевым моментом. Пас на Сесе. Обходит Дефа. И бьет. И забивает. Это уже пятый или шестой гол нашей команды. В любом случае, это хит-трик от Джибриля Сесе. Будущего, кстати, нападающего в Кубани, так что... Уровень. Сесе. Пас вперед на Барыша. Барыш. Но тоже обыгрывает защитников и бьет. Но тут мяч пролетает по воробьям. Хочешь, кстати, он немного на Джека, да? Что-то в этом есть. Тут Руни на фланг Криштиану Роналду. Обратно Руни. Но мы забираем этот мяч. Руни. Был ли тут фол? Да, тут был фол. И он даже на желтую карточку. В исполнении кого же вы думали? Правильно. Сами Хюпеля. И сразу же встал. Ну ладно. Райан Гиггс подходит к мячу. И что же он сделает? Пробьет по воробьям. Пас на Барыша. Тот на Сесе. Тот обходит защитников и бьет. Там не было офсайда? Барыш, барыш, барыш. И все, матч заканчивается. Грустный Криштиану Роналду. Ливерпуль просто не оставил шансов сегодня манкунианцам. Они просто растоптали их, оформляя голы на любой вкус. Да, дядюшка сэр Алекс явно будет недоволен игрой команды и выскажет им все после матча. Что ж, а как тебе кажется, кто стал лучшим игроком этого матча? Может быть, Йона Криштиана? И ты увидел в нем уже что-то? Или же Джибриль Сесе, который оформил хитрик в этом матче? Пиши свое мнение в комментарии. Ну а также, если тебе зашел этот ролик, то оцени его своим лайком и подпиской. Ну и конечно же, пиши в комментарии, какой матч примерно того периода ты бы также хотел увидеть. Ну а с тобой был Эйката. Увидимся уже совсем скоро. Adios, amigos.